Сейчас Эдуард Успенский из-за письма его дочери оказался в центре внимания. Все обсуждают, надо ли, можно ли называть премию по детской литературе именем домашнего тирана. Я не знал Успенского как домашнего тирана, но, смею сказать, я знал его хорошо. И он был очень хорошим человеком. О том, как, ну, я просто никогда не, так сказать, не жил с ним под одной крышей, хотя нам случалось вместе ездить в долгие поездки писательские, но я могу себе примерно представить, как невыносим в быту каждый человек, каждый, любой вообще. Нет идеальных родителей. Просто, как сказал Кушнер, писатели не хуже других людей, просто про писателей мы кое-что знаем. Вот каков был феномен Успенского, жизненный, человеческий, литературный, мне кажется, настала пора поговорить откровенно.